24 июня 1945 года в Москве шел дождь, и в программу Парада Победы внесли изменения. Отменили пролет авиации над Красной площадью и демонстрацию трудящихся, но исторически важное событие, которого ждали все, состоялось. Газеты напечатали приказ о его проведении, телевидения не было, шла только радиопередача о прохождении парада. Затем вышел первый цветной документальный фильм о нем. Если мы почитаем газеты, они пишут о больших очередях, которые были в Куйбышеве, чтобы посмотреть этот фильм. Все стремились вот прикоснуться к этому триумфу, посмотреть, как это все проходило. Поэтому, конечно, куйбышцы проявили очень большой интерес к этому фильму и к этому, конечно, событию. В настоящее время известно, что в параде 24 июня 45 года принимали участие около 200 жителей Куйбышева. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 500 000 наших земляков. В народное ополчение вступили 70 тысяч человек. 233 жители области стали героями Советского Союза, 36 – полными кавалерами Ордена Славы. Всероссийская акция «Лучи Победы», которая 24 июня пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести, призвана напомнить о подвиге наших соотечественников и общей победе Советского народа. Парад проходил масштабно, был представлен всеми родами войск, и, конечно, вечерние события, они тоже были значимыми. Это был не только салют, праздничные салюты, да, но и небо Москвы осветили 5 колец вокруг Кремля. Ветераны Великой Отечественной не любили дома рассказывать о военной жизни, но в Самаре хранят память о тех событиях. В школе номер 120 действует музей участников Парада Победы в Москве на Красной площади, где собраны сведения о наших земляках. Город присоединился не только к акции «Лучи Победы». В Самаре пройдут и традиционные патриотические акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Акция «Лучи Победы» очень значимая, наряду с такими же акциями, которые пройдут в преддверии. Это «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» пройдут в Самарской области также с 21 на 22 июня. И дальше будет у нас «Лучи Победы» 24 июня. Эти акции, они призваны сохранять историческую память. Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие. Для этого 24 июня в 23 часа необходимо включить прожекторы на своих зданиях и жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом «Лучи Победы». Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.